185-й серии турецкого сериала «Ты назови» Сабах пришлось отдать все свои сбережения мафии, чтобы оплатить долг Мехтап. Поэтому принимает решение уехать из Стамбула раньше, чем было запланировано. Нихат замечает большую проблему в компании. Алеф вновь натворила делов до своего отъезда. Амер очень сильно разозлен из-за появившегося претендента на руку Зехре. Зехра звонит Шукран и попытается сгладить эту неприятную ситуацию.